Управляющие компании округа готовятся к предстоящей зиме. От слаженной работы бригад и укомплектованности техникой зависит, в каком состоянии будут дороги. На этот раз смотр прошел в управляющей компании «Содействие». Сегодня только октябрь месяц, а ноябрь будет теплый, а в декабре снег будет 100%. И надо понять, что у нас есть. В арсенале коммунальщиков 83 работника и 18 единиц спецтехники. Погрузчики трактора «Газели». Также закуплено 55 тонн реагентов и 210 тонн пескосоляной смеси. При необходимости мы будем привлекать дополнительную технику, но сейчас мы считаем, что этой техники достаточно, чтобы справиться с зимой. Глава округа Владимир Ужицкий считает иначе. Управляющая компания «Содействие» не готова к обильным снегопадам. Людей, дворников гарантированно недостаточно. Техники гарантированно недостаточно. Мы не ставим задачу везде снег вывезти. Это невозможно. И Москва не вывозит. Но с центральных улиц, с проходов к школам, к садам, к станциям, там снега не должно быть. Глава дал поручение руководству компании решить вопрос с нехваткой техники и специалистов. Мария Кузьмичева, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.